Желание постоянно в себе что-то менять и недовольство своей внешностью – одна из особенностей развития личности каждого подростка. Плюс к этому у девочек наступает период, когда определяются каноны красоты, и они стараются им соответствовать, прилагая определенные усилия. Родителям важно понять, какая причина вызвала стремление следить за своим питанием у девочки нормальной комплекции. Возможно, это подражание подругам или влюбленность. Здесь можно спросить у девочки, это ее решение быть лучше или это все-таки просьба мальчика. Если это ее решение, то это нормально. А если это мальчик попросил ее, тебе нужно немножко похудеть, то тут, наверное, неистинные чувства у мальчика по отношению к девочке, и ей нужно объяснить об этом. Если все-таки девочка приняла решение соблюдать здоровое питание, то маме нужно поддержать это желание и всячески помогать ей, научить ее готовить это здоровое питание и, может быть, даже присоединить всю остальную семью, потому что это действительно полезно и хорошо как для здоровья, так и для гармоничной эмоциональной жизни семьи. Но контролировать все-таки нужно, в какой степени девочка хочет похудеть. Например, нужно контролировать те сайты, которые она посещает. Если это сайты, где модельный бизнес, где пропагандируется строгая диета, которая может привести к анорексии, важно выяснить у девочки отношение к этим сайтам, что она думает, действительно ли она хочет похудеть до такой степени, или и действительно ли она хочет стать вот такой худой моделью, или она просто смотрит, приглядывается, что-то выбирает. Чаще всего родители преувеличивают желание девочки похудеть, то есть это страхи самих родителей. Возможно, девочке не хватает внимания родителей. Говорите ей почаще, какая она у вас красавица. Особенно важны комплименты от папы. Еще один путь – сделать профессиональную фотосессию, чтобы девочка-подросток увидела себя привлекательной со стороны.